Дожди облажные не прекращаются. Просто кошмар. Грязная жижа. Вот такая лоба сегодня. Месиво грязное. Локальный сегодня сильный дождь прошел здесь. И ближе к Лабинску затопило. Ходзи. Мосты Лабинска затопило. Аул Ходзи затопило. Такого никогда не было в жизни. Бывало у нас всякое, но это вообще ужас. Вообще. Постепенно подтачивает берега вода. Дождик пошел. Здесь прошел и пошел дальше на север, в сторону Лабинска, Мостовское. Там теперь бушуют потоки. Речушка Ходз поднялась, затопила берега. Температура плюсовая, высокая, а вода с гор холодная, и пар поднимается вследствие разницы температуры. Туман. Здесь тоже туман. Вода немножко мутная, но ничего, пойдет. Там типа колодца. Ну, там рыба внутри. И лягушки живут, поэтому ее в стороне наберу. Вот здесь лучше. На чай. Как тебя установить, скотина? Держись. Не падай. Ух ты. Таких продолжительных дождей, надоедливых, давно не было. Раньше, десятки лет назад было такое. Возможно, зима была теплая, вследствие этого такая контрастная. Лично. Солнце пытается вылезти и не может. Чуть с утра глянет. И потом дожди. Солнце пробивается сквозь тучи. Судя по всему, в основном это местный локальный дождь, потому что к тому берегу вода светлая, и вот здесь с края идет мутные потоки. Это с Псибайки, с гор, вот с Герпегема вода поступает. Сейчас я пройду дальше, посмотрю Псибайка, как там заходит. Вода вот с Герпегема спускается, по Псибайке хлещет, вот с этой горы. Хорошо видно, вон с той стороны берега, вода светлая, а здесь... Ближе ко мне. Вода мутная. Значит, это местная
ливень прошел локальный. Вот здесь четко видно разделение потоков грязной воды и чистой слева от меня. Это с псибайки идет, ой, с этой, с армянки что ли. Туман стоит. Вот здесь грязная вода выходит. Местная речушка дает жару. Бывшая псибайка, сейчас, не знаю, армянка она называется, что ли. И так разлилась псибайка. Вот такие потоки раньше шли по всему Псибаю. На протяжении всего Псибая, пока не сделали канал отводящий. Вот это канал самый отводной. Такая вода. Давно не было таких мощных потоков. Это уже псибайка, и она никому не угрожает. Хотя вода мутная, но ее здесь крайне мало. Серьезного ущерба поселку дождь не причинил. Но дожди, по прогнозам, продолжатся весь май и в июне. Также дожди ожидаются. В общем, веселое. Веселая весна. Совсем веселая весна. Солнце наконец выглянуло. Вот утром глянет. И вечером. Вся радость.
утром и вечером. Надо просто в 4 часа утра просыпаться. И до 10-12 гарантированно солнце смотрит. Потом тучи с гор и дожди. Это у нас улица Пушкина. Следующая лоба. Дорогу не хотят делать. Почему-то. Убогая нищета. Девственная нищета. Пушкин и Ленин везде присутствуют. Толстого забыли. Почему-то. Новые герои. Новые образы. Все, асфальт. И переулок Красный. Сегодня была радуга, но я ее не зафиксировал. Так что дожди не прекращаются еще. Не раз обрушатся. Спасибо за просмотры. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк. Пишите комментарии. Потоками. Всего вам доброго. До свидания.